Их профессия каждый день связана с опасностью и риском для жизни. Порой, чтобы спасти жизни других людей, им приходится отдавать свою. И 8 ноября, в День памяти сотрудников органов внутренних дел и внутренних войск, возложить цветы к мемориалу – обязательная традиция для ветеранов службы и действующих сотрудников. Этот день посвящен памяти всех сотрудников органов дел, погибших при выполнении служебных обязанностей, при задержании преступников. Этот день посвящен памяти всех этих сотрудников, отдавших свои жизни служению Отечеству. Почтили память погибших сотрудников МВД и губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, депутат Госдумы Александр Хинштейн и исполняющий обязанности главы города Иван Носков. Ребята защищают нас каждый день, делают очень часто неблагодарную работу, которую не всегда видно, которую не всегда мы ценим, не всегда понимаем. Но они каждый день рискуют жизнью. Нужно понимать сложность этой работы, нужно понимать, насколько она ответственна и насколько значима для каждого из нас. Память об этих людях для нас необходима, потому что она дает уверенность в завтрашнем дне. И она наполняет силой тех, кто сегодня находится в строю. В том, что работа и служба их нужна, в том, что государство и общество ее ценят, понимает, осознает. За историю органов внутренних дел Самарской области при исполнении служебных обязанностей погибло 352 сотрудника. Многие из них ушли и не вернулись с фронта во времена Великой Отечественной войны. 57 жизней унес пожар 1999 года, произошедший в здании ГУВД Самарской области, на месте которого теперь и находится мемориальный комплекс с вечным огнем. Андрей Горгуленко, Константин Головин. События.